Красочные пейзажи, портреты, наполненные эмоциями, поделки из самых разнообразных материалов. Каждая работа по-своему уникальна и неповторима. Общественная палата на площадке Дома архитекторов организовала выставку работ воспитанников комплексного центра социального обслуживания «Ровесник» и центра помощи детям, оставленных без попечения родителей. Здесь представлено свыше 30 детских работ, победивших в конкурсе «Я патриот своей страны». Мы надеемся, что мы откроем еще много талантов среди этих воспитанников. Я думаю, для них тоже это будет очень приятно, полезно, потому что показать свое творчество, да, увидеть, что это творчество оценивают специалисты, поучаствовать в таком конкурсе, на выставке, наверное, это останется на долгие годы. Творчество помогает детям познать многогранность этого мира. Оно развивает фантазию, успокаивает и учит видеть прекрасное во всем, что нас окружает. Когда дети занимаются рисованием, они формируются. Их сознание формируется, отношение к жизни. Они благодаря этому могут стать хорошими людьми. Можно посмотреть на картины, и у них уже очень хорошо отслеживается патриотическое воспитание. Уже видно, что они сопереживают нашей родине. Каждый ребенок художник, но далеко не все стремятся развивать свои способности и уж тем более ставить их в основу будущей профессии. Показать возможности Самары как среды для воплощения своих новых творческих проектов – одна из основных целей встречи. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, как никто другой, нуждаются в поддержке при реализации жизненных планов. Специально здесь в Доме архитектора собрали. Мы еще им предложим. Школа заканчивается. Дальше-то что будете делать? Какую профессию, имея такие творческие наклонности, их можно использовать и дальше продолжать, и это уже на профессиональном уровне. Члены общественной палаты планируют продолжить сотрудничество с детскими социальными центрами. Чтобы поддержать в ребятах любовь к искусству и родному краю, для них будут организованы творческие встречи на базе Самарского художественного музея. У нас в музее развита такая музейная педагогика. И у нас очень много мастер-классов, связанных с коллекцией нашего музея. И вот два профессиональных художника, это Люба Егорова и Анна Сливкова, это член Союза художников, после того, как детки посетят наш музей, подготовят как раз свои мастер-классы. Конечно, они сегодня все в восторге от того, что это новая площадка для них, новые люди, новые знания. И, конечно, это итог того, что они в дальнейшем хотят творить. Награды получили все участники конкурса, а также их педагоги и наставники. Конкурс «Я патриот своей страны», организованный Общественной палатой городского округа Самара, не последний. Патриотическому воспитанию детей уделяется особое внимание. Инициатива Общественной палаты города нашла яркий отклик в сердцах подрастающего поколения. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.